Раз, два, три, четыре, пять. Большое всем спасибо. Не всегда они звучат. Но, тем не менее, сегодня мы будем это обсуждать. И у нас три гостя сегодня, с которыми сегодня будем обсуждать роль ООН. Мирослав Енча, помощник секретаря по регионам Европы, Центральной Азии и обоих Америк. Мирослав, может быть, вы представите себя? Ну, буквально в нескольких словах. Большое спасибо, Стивен. Добрый день всем. Меня зовут Мирослав Енча. Я, в общем-то, я работал в сфере двусторонних международных отношений в Республике Чехословакии, потом в Республике Словакия. Был также послом Словакии в Мексике, Венесуэле и Колумбии. Я работал в Европейском Союзе, в ОБСЕ. И не так давно я возглавлял региональный центр по превентивной дипломатии в регионе Центральной Азии. И базировался в Ашхабаде. 2015 года я работаю в ООН в регионе Европы. То есть очень обширный опыт. Мирослав, большое спасибо. И рядом с Мирославом Роза между двумя шипами. Это Терхи Хакала, специальный представитель ЕС по Центральной Азии и старший финский дипломат. И до ее текущей работы специального представителя ЕС по Центральной Азии она была послом по гибридным угрозам в Министерстве иностранных дел Финляндии. Она также работала заместителем генерального директора по региону России и Центральной Азии, была послом за Кавказье, а также в Индии и странах Южной Азии. То есть обширный опыт. И рядом с Терхи у нас с нами Давид Чиквоидзе, руководитель аппарата канцелярии генерального директора ООН. Давид 40 лет работает в этом направлении. Огромный опыт в сфере международной дипломатии. И наблюдатель взаимоотношений двух великих держав и обсуждение вопросов вооружений и геополитической динамики и, безусловно, всех перипетий со стороны ООН. И с 2006 года он работает консультантом и в качестве руководителя аппарата канцелярии генерального директора ООН. Я хочу вас всех поприветствовать. Теперь, почему мы не приехали сюда? Я думаю, что мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть роль ООН в содействии обеспечению мира на планете, предотвращении конфликтов и, конечно же, осуществление посреднической роли в каких-либо конфликтах. С учетом роста, и сегодня утром на сессии мы слышали о росте конфликтов по всему миру и каковы перспективы посреднической роли ООН в содействии обеспечению мира. И, безусловно, по своей роли ОБСЕ не может рассматривать, скажем так, крупные вопросы мира и войны и, соответственно, предотвратить эти реки страданий. Хотя она может оказаться, может, так сказать, стать волей наблюдателя. Вы сказали, что это то, что не дает ей проявить себя. И какие вызовы стоят перед ООН в этом веке? И, соответственно, для меня эти вопросы звучат именно так. То есть, почему существует ООН? Что мы сможем, чего мы можем добиться? И согласно мнению генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, мы столкнулись с беспрецедентным количеством кризисов. Господин Гутерреш сказал, что напряжение между великими державами находится на беспрецедентно высокой отметке, а также риск конфликтов в результате просчетов. И я не думаю, что кто-то здесь в этом зале будет с этим спорить. Но затем в Хиросиме в прошлом месяце господин Гутерреш признал, что настало время реформировать Совет Безопасности и Бреттон-Вудское соглашение. Как он сказал, ООН необходимо измениться. Я спрашиваю себя, как она может измениться. И это его цитата. «Глобальная финансовая архитектура дисфункциональна, она устарела и несправедлива». Это слова генерального секретаря ООН. И перед лицом экономических шоков, пандемии COVID-19, российским вторжением в Украину,
мы не смогли обеспечить свои ключевые функции в качестве сети, сети глобальной безопасности, это весьма серьезные обвинения или утверждения, не так ли? И президент Байден сказал, что нам нужны новые постоянные члены, и нам нужны новые нормы в отношении привилегий права вето. И что ж, перейдем сразу к обсуждению. Я передам слово Давиду. Скажите, вы согласны со словами генерального секретаря? Нужны ли ООН реформы, и какие реформы это должны быть? Благодарю вас, Стив. Я отвечу на этот вопрос. Слегка провокационный вопрос, но перед этим я бы хотел бы воспользоваться этой возможностью и сказать, что я очень польщен, что я снова в Казахстане, в Астане, и я польщен, что являюсь частью, соответственно, частью церемонии открытия международного астанинского форума. И я однажды принимал участие в экономическом форуме, и я думаю, что это правильный момент для обсуждения такого рода изменений. Да, конечно, я согласен со своим начальником. Как я могу спорить с ним? Однако же я бы предложил вам и всем нам помнить о терминологии, о некоторых терминах. То есть первый из них – это Организация Объединенных Наций. И когда мы говорим об ООН, что она не может предотвратить это, скажем так, остановить то, что происходит, то о какой из Объединенных Наций мы говорим? Вот господин Йенча, я и 10 тысяч других сотрудников, которые оказывают содействие генеральному секретарю выполнять их функции. И если мы говорим об ассамблее ООН, где собираются все ее 193 страны-члена, и мы говорим о системе ООН, которая включает в себя агентства, фонды и программы, или, может быть, вы говорите о другом главном органе, это Совбезе ООН, а именно, может быть, вы говорите о 5 постоянных членах этого совета. И до тех пор, пока мы не определимся с этим, мы не сможем, так сказать, показать пальцем на проблему, а если мы не сможем этого сделать, то и решения мы не найдем. И на этом, конечно же, я бы хотел согласиться с генеральным секретарем в том, что Совет Безопасности необходимо реформировать, но проблема здесь в том, что сам по себе этот орган, он должен себя реформировать. И я скажу вам, что... То есть он действительно должен быть реформирован? Ну, конечно же. Есть два анахронизма. Вот в этом маленьком буклете здесь, вот в уставе ООН. И эти два анахронизма – это термин «государство-враги», которого больше нет. А второй – это... принцип анонимности постоянных членов. И вот второй анахронизм, это то, что есть постоянные члены, и то, что есть некая враждебность, это то, что не дает Совбезу осуществлять эффективно свою работу. И это мешало во время основания в 1946 году, и это до сих пор с ним. И нам необходимо, помню, что мы работаем с организацией, которая 43 года, после завершения существования двухполярного мира, все радикально изменилось. И был момент, когда к этому вопросу можно было подойти по-другому. Многосторонний подход и сотрудничество – это было очень на слуху, это было модное поветрие. К сожалению, ООН не смогла взять эти функции на себя, и генеральный секретарь не был избран на второй срок в тот момент. И мы просто слышали от Хельги Шмидт на пленарной сессии от ОБСЕ, что, в общем-то, это другой механизм. Есть механизм ООН, есть ОБСЕ, это тоже механизм, и многие другие. И они тоже не были использованы. И последнее, я не хотел бы занимать много вашего времени, и последнее, что касается терминологии, есть очень серьезное расхождение восприятия концепции, когда мы слышим о многостороннем сотрудничестве и подходе. И в основном оно между многосторонним сотрудничеством как мировоззрением и как его воплощением в международных структурах и организациях. Есть очень
скажем так, есть очень небольшая ошибка, которую нельзя исправить, которую можно исправить, но есть проблемы с мировоззрением. И когда многосторонний подход рассматривается странами-членами ООН, только после того, как они дошли в тупик или, скажем так, столкнулись с крупными вызовами или с катастрофами, если мы возьмем пример, это столетние войны, наполеоновские войны, Первая, Вторая мировая война. Проблема здесь в том, что мы имеем тоже мировоззрение, однако сегодня мы не можем себе позволить допустить еще одного катаклизма, потому что он может стать последним. И, соответственно, функция ООН – это избегать таких катаклизмов. Устав ООН был создан для того, чтобы предотвращать, скажем так, последующие поколения от бича войны. Опять-таки, если это термин, который… То есть, скажем так, это по-другому. Если говорить по-другому, то это то же самое – избежать катаклизма. Ну, то есть мы можем сказать, что это означает «спасти нас от катаклизма». Именно. Если мы пойдем по определению войны, как любой войны, то есть, и там есть очень серьезный вопрос. Если говорить о катаклизме, да, да. Организация в этом смысле выполняет свою работу. Большое спасибо, Дэвид, за то, что вы изложили свою точку зрения. И Мирослав, второй момент, это признание, соответственно, со стороны членов Совбеза ООН, потребностей членов международного сообщества. Вы согласны с этим? Какие реформы нам нужны? Смотрите, я бы хотел видеть человека в этом зале, который бы не согласился с этим. Я уверен, что если вы попросили поднять руки, никто бы не поднял их. И есть причина. И причина заключается в том, что Организация Объединенных Наций, она была создана после Второй мировой войны, и ситуация была совершенно другой. То есть, например, Африка, как мы знаем сегодня ее, как мы видим сегодня, она не существовала в этом виде. Совет Безопасности, Института Бреттон-Вудского соглашения в тот момент, они отражали ту ситуацию, которая сложилась после Второй мировой войны. И сейчас, почти 80 лет спустя, ситуация полностью изменилась, но структуры остались неизменными. И, безусловно, реформа не только требуется, она уже запоздала. Но есть очень серьезный вопрос, потому что есть определенные правила, которые закреплены в уставе ООН. И чтобы их изменить, что является необходимостью, и я вижу, как вы улыбаетесь, это только путем согласия в 5 постоянных членов Совета Безопасности. То есть это уловка 22. Да, но до меня Дэвид здесь также упоминал, что это анахронизм и так далее, но как? Как тогда подходить к решению той проблемы? Потому что мы также помним такую организацию, как Лига Наций, и тот факт, что она не имела постоянных членов и права на наложение вето. И это привело к катастрофе. И эта катастрофа – Вторая мировая война. Основное требование здесь это совместно это обсудить. И я рад сегодня, что на Астанинском форуме речь о диалоге, потому что диалог абсолютно здесь необходим. Как мы можем перестроить, восстановить доверие в текущих условиях? Как мы можем вернуться к состоянию всеобщей солидарности, и мы говорим о международном праве, мы говорим об уставе ООН, как мы можем вернуться к универсальности принципов, изложенных там, то есть так, чтобы это внедрялось повсеместно, и все страны-члены его придерживались. Генеральный секретарь предложил на наше общую повестку, то есть визионерский документ на видение будущего со стороны ООН, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт, она сказала, что должна быть новая программа по достижению мира, и эта программа является частью этой работы под эгидой нашей общей программы, как обезопасить будущее для будущих поколений.
как их спасти от бича войны. И да, безусловно, нужна реформа, но в то же время Организация Объединенных Наций в некоторых направлениях, где это не является необходимым, я вот даже вот здесь слышал, что необходимо, чтобы атмосферу слегка разрядить, то есть что означает сокращение ООН. Я слышал, как ты сказал, не является необходимостью, совершенно наоборот, она крайне необходима. И, соответственно, темой следующей заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре мы ожидаем рекордное количество участников, представителей правительств и глав государств. Интерес огромный, потому что это платформа, которая была создана для того, чтобы дать возможность мировым лидерам встречаться и обсуждать неотложные вопросы. А давайте перейдем к Терхии, когда мы выслушали Давида и Мирослава, то есть постоянные члены Совета Безопасности не менялись с 1946 года. Это означает, что три из пяти – это европейские страны. То есть нет постоянных представителей из региона Латинской Америки или из Африки, как сказал Мирослав, а Китай является единственным представителем азиатского региона. О каких реформах-то мы говорим? Или вы считаете, какие реформы имеет в виду генеральный секретарь? Я знаю, как вы, то есть я видел, вы вот все упомянули трех постоянных членов, потому что один из них называет себя евразийским сегодня, но благодарю вас, это я очень рада быть здесь, и на самом деле я согласилась со своими друзьями. Я очень рада быть здесь в Астане, и я считаю, что это очень своевременное мероприятие для обсуждения тех вопросов, поскольку проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они очень серьезные. Мы только что пережили пандемию COVID-19. Несколько лет просто вычеркнуты из нашей жизни. Вот так вот. И цели ЦУР, то есть цели к 2020 году, то есть мы сейчас, у нас большие проблемы с реализацией этих целей, у нас есть риски с точки зрения климата, у нас огромная война в Европе, и Европейский Союз, на самом деле, который является самым крупным донором, то есть около 25% на миротворческие функции они предоставляются со стороны стран Европейского Союза. Мы также, конечно же, видим потребность в реформах, и мы целиком полностью поддерживаем слова генерального секретаря, его предложения, новые программы по достижению мира, и мы, конечно же, стараемся оказывать содействие во многих направлениях, поскольку наш вес как союза, как донора, как настоящего партнера ООН. То есть проблемы здесь, как я уже всегда говорю, что смотрите, мы говорим об этих организациях, которые либо имеют проблемы, или они не достигают успеха в своей деятельности, и мы говорим, соответственно, в Европейском Союзе, если что-то пойдет не так, это Европейский Союз. Сейчас мы иногда говорим об ООН, что это Совет Безопасности ООН, проблемы в нем. Но правда в том, что ООН – это мы. Мы являемся частью ООН. То есть 193 страны члена ООН. И, соответственно, если нет политической воли к реформированию ООН, то есть дело в том, что здесь ключ в том, что она должна быть проявлена со стороны всех политических лидеров и лидеров правительств. И, безусловно, она сосредоточена здесь вокруг роли Совбеза. И, конечно, это трудная задача, потому что мы все знаем, что 5 постоянных членов, у них есть право вето на любое решение, и в этом проблема. И Европейский Союз на самом деле считает, что требуется реформа, и она должна касаться, безусловно, Совета Безопасности, потому что ситуация изменилась, как сказал уже Мирослав. И
Нам нужно больше прозрачности, нам необходимо обсуждение. Как мы окочутились в этой ситуации, это другой вопрос, потому что устав ООН действительно сейчас сталкивается с серьезными испытаниями, потому что разразилась огромная война, и все, соответственно, положения и правила нарушаются, и вот мы оказались в этой ситуации, это большая проблема. Но я уверена, что диалог продолжится, и Европейский Союз будет в нем участвовать и будет оказывать содействие в процессе реформ. А должен ли стать Европейский Союз одним из постоянных членов Совета Безопасности? Я думаю, что это обсуждение на самом деле, опять-таки, это следует над этим размышлять. То есть дело не в том, что Европейский Союз должен стать членом Совета Безопасности, потому что тут немножко в другой плоскости это лежит, поскольку это часть очень серьезных вопросов. Я не уверен, что Европейский Союз сможет стать одним из членов Совета Безопасности. А, прошу прощения, Давид, я прошу прощения, я вас невольно сейчас опять, так сказать, ставлю в центре. Но вот вы тоже говорили о политической воле. Откуда она возьмется? И политическая воля направленная на что? Политическая воля – это чтобы построить благополучный мир, с безопасным мир, который развивается устойчиво. Я могу звучать наивно, говоря это, но факт в том, что нет никакого мира без развития, которое проходило бы устойчиво. Без устойчивости нет мира и респект, и уважение к правам человека. Мы в этом году празднуем универсальную декларацию по правам человека. И посмотрите, куда мы пришли с этим инструментом. Должна быть фундаментальное обсуждение устава касательно другой работы, которая проводится в данном направлении, а также вся повестка ООН. Большое спасибо. Дэвид, возвращаясь к вам и Совбез ООН и его составе. На сегодняшний день, 2023 год, портит ли оно легитимность Совета Безопасности, если мы его рассматриваем как форум, который доминируется западными силами, и мы не принимаем в вид маргинализованные страны. Ну, где же мне начать? Да, действительно, да и да на все ваши вопросы. Хочу быть прямолинейным, но при этом оригинальным, как сказал господин Токаев. Я с вами поделюсь и всеми сегодня своим взглядом на то, как это следует делать. Это практически невозможно достичь, потому что сами члены не смогут этого достичь, но я вижу Совет Безопасности ООН, новый Совет Безопасности, и должно быть политическое решение принято всеми, возможно, вынесено на Генассамблею, но состав, в моем понимании, должен быть большая двадцатка, плюс Африканский Союз, плюс 14 слав региональных, распределенных по 5 регионам. Для того, чтобы полный состав состоял из 35 членов, без постоянных членов и без права вето. Возможно ли это? Возможно, это фантазия, да, действительно, но человечество достигло столько всего, что казалось фантазией, и большой стимул того, чтобы достигать этого, это то, что у нас нет возможности, чтобы играть в песочке и друг на друга обвинять из-за того, что делают другие постоянные члены. Мы, как человечество, направляемся в достаточно плохом направлении очень быстро. Я являюсь оптимистом, и я не разделяю этот взгляд, но принимая пессимистический подход, я просто смотрю на то, что происходит на данный момент.
И это напоминает начало Третьей мировой войны. Да, действительно, Лига наций была создана после Первой мировой войны, а ООН был создан после Второй мировой войны. И, возможно, нам не придется переживать Третью мировую войну, чтобы реформировать ООН, как он есть сейчас. Я бы был очень осторожен по сравнению с этого, и аналогия Мирослава с Лигой наций был очень правильным, но Лига наций была рождена, скажем так, уже с инвалидностью, и США не были частью этой организации. И затем Германия ушла, Россию выкинули, и с чего мы никогда не приняли. Но эта Лига наций была таковой реакции на все то, что происходило вокруг. Но оно оставило очень позитивное наследие для всех нас, для комитета по беженцам и так далее, и так далее. Но аналогия не совсем правильная. Я считаю, что не нужно нам сейчас закрывать ООН, и так как очень большой шанс, очень маленький шанс того, что перманентные члены смогут согласовать на что-то. Если мы откроем этот небольшой буклет, если мы уберем устаревшие термины, мы можем ли мы представить размер этой книжки, если мы считаем, что мы можем всего достичь? Это, скорее всего, будет как тот бюджет, который Рональд Рейган принес на утверждение в парламент. Мы не сможем ничего добиться. Мирослав, как вы думаете, то, на чем я бы хотел сфокусироваться, это тот блок касательно права вето, разве нет? Я считаю, есть несколько проблемных вопросов, не только право вето, но и та работа, которая проводится по реформированию Совбеза, проводится уже более 20 лет. И это не вопрос вчерашней повестки или повестки двух дней назад или даже года назад. Это долгосрочный вопрос. И есть множество проблем. Первое – это право вето. Второе – это представительство. Дэвид говорил про 35 членов. Представительства регионов, континентов. Действительно, это большой анахронизм, особенно Африка, Латинская Америка. Они не представлены постоянно здесь. У нас есть Индия, и в зависимости от того, на какую статистику смотреть, самая или почти самая населенная страна в мире. Это самая населенная страна в мире сейчас. Вы знаете, вопросов много. Говоря о региональных организациях, вы спрашивали касательно Европейского союза. Если вы поговорите про перманентных постоянных членов, например, Франция, будет ли Франция готова отдать свое место Европейскому Союзу? Это риторический вопрос. Это очень риторический вопрос. И я считаю, что мы все знаем и ожидаем, каким будет ответ. То, что я хочу сказать, это у нас есть постоянные члены, такие, какие они есть. Мы не собираемся их менять. То, что нам нужно предпринять, это найти политическую волю, о которой вы говорили, чтобы понять, чтобы действительно следовать уставу, международному праву и уважать эти нормы и реализовывать их. Второе, когда мы говорим о политической воле, и вы говорили, Стивен, в вашем введении о глобальных проблемах, как ссылался генсек, особенно климатические изменения, финансирование развития, постковидный период, ЦУР, мы отстаем, и у нас планируется саммит по ЦУР в сентябре, чтобы дать такой буст членам государствам, чтобы
достичь этих целей, которые были поставлены. Глобальные вызовы есть, и мы не можем просто решить их без всего мира, без членов государств по всему миру, работая вместе. Это тот посыл, который получил сегодня. Но возвращаюсь к вопросу. Генсек ООН сказал, по его словам, что ООН все больше и больше проблем появляется в этой организации, особенно с точки зрения Китая, Америки, России, как никогда. Как бы вы, что вы считаете по этому поводу? Вопрос ко мне? Да, и так вам. Как же мы решим эти вопросы? Это тоже было оговорено генеральным секретарем, и он предполагает, что я уже говорил про нашу общую повестку, повестку касательно мира и саммит будущего. Что значит новая повестка для безопасности? Новая повестка для безопасности означает, как трансформировать ООН с точки зрения обеспечения мира и безопасности для того, чтобы сделать мир более безопасным местом. Эта работа направлена сегодня. Все больше и больше мы говорим о ядерном конфликте, мы говорим, не дай бог, ядерное оружие. Итак, как мы можем вернуться к тем соглашениям, которые были подписаны, и найти возможности, найти пути, чтобы обеспечить то, что ядерное оружие никогда больше не будет использовано, даже если сейчас может казаться это идеальная цель, чтобы избавиться от всех ядерных орудий. Мы говорим о предотвращении, мы говорим об уставе как о превентивном документе, чтобы спасти следующие поколения от непоправимого. И как мы можем реализовать эту превентивную политику? Потому что в последнее время мы видели больше конфликтов, чем раньше. Как лучше использовать урегулирование, фасилитацию, медиацию, различные способы, чтобы использовать офис генерального секретаря и работать в направлении защиты прав человека. Мы не говорили сегодня о гендерных вопросах, о роли женщин. Если вы посмотрите на эти конфликты, вы увидите, что женщины страдают во время этих конфликтов диспропорционально больше, чем мужчины. И мы можем продолжить с климатическими вопросами и так далее, и так далее. И вы понимаете, роль обеспечения мира и какова она будет в будущем, как мы будем ее реализовывать, можем ли мы использовать силу в ситуациях, как, например, когда у нас есть две страны, которые борются для того, чтобы реализовать, обеспечивать мир или закончить конфликт, это большие вопросы. И эти вопросы могут быть решены только на глобальном уровне, на платформе, которая предоставляет ООН, посредством понимания того, что они вредят, будут и продолжит вредить, если не прекратятся этот конфликт, и эти эффекты будут касаться всех. Например, поговорим про ИТ-технологии, например, чтобы разделить мир на две разные системы. Мы немножко отходим от вопроса. Вы говорили о том, как ООН был создан после Холодной войны. И ООН сейчас является более сложной организацией, поэтому необходим функционирующий совбез, чем никогда, как никогда ранее. Вы знаете, когда я слышу новая повестка для мира,
Вопрос, который у меня возникает. Кто-нибудь помнит, что случилось с оригинальной повесткой? Что случилось с тем замечательным документом, небольшим, и которому не подчинялись страны-члены? И судьба большинства реформ генерального секретаря такова. Проблема в данной картине такова. Государства-члены, которые владеют организацией, они должны прийти с инновациями, новыми направлениями, новыми проектами и так далее. И генеральный секретарь должен сказать, да, это хорошая идея, мы будем их реализовывать. Однако, когда лидерства нет от государств-членов, генеральный секретарь, последующий генеральный секретарь, пытается снова реформировать организацию, в то время как государства-члены режут бюджеты от одного принципиального органа, как секретариат, и показывая это как реформирование организации. И мне жаль, но это не является реформированием. И говоря об урезании бюджета, я бы хотел поговорить, что термин «основные доноры ООН» никогда не существовал до 1991 года, потому что до этого в достаточно двуполярном мире государства-члены проводили финансирование, и это финансирование направлялось туда, где оно было нужно. И с изменением нашего мира бюджет ООН сокращался, и появилось 22 донора, которые предоставляли дополнительные финансирования для ООН и говорили, о, мы урезали бюджет, но у вас нужно финансирование здесь. Или приходили и говорили, нам не нужно дополнительное финансирование для этого проекта. Или, например, у нас есть замечательный человек, который будет управлять этим проектом. К сожалению, такова реальность на сегодняшний день. И Совет Безопасности, мы даже не можем говорить про 3, 2, 5 постоянных членов ООН. И это то, о чем господин генеральный секретарь говорит, что не работает в наших реалиях. И Совбез, и весь ООН, под особенно Совбез, были созданы для того, чтобы иметь место, где государства-члены, которые имели проблемные вопросы во внешней площадке, они должны были зайти в этот кабинет и цивилизованно обсудить эти вопросы. К сожалению, они привносят свои проблемы в Совет Безопасности. И, к сожалению, это то, во что превратился Совет Безопасности. И прежде чем мы перейдем к... У меня есть будет вопрос для Терхи, который, то есть включая в части ООН, в обсуждении этих вопросов. И, Давид, личный вопрос. Вы уже сейчас не работаете в ООН, и вы знаете, наверное, генеральный секретарь лучше, чем кто-либо в этом зале. До того, как нынешний секретарь стал секретарем, но... Есть, скажем так, признаки раздражения по целому ряду вопросов. То есть он считает, что он не может достичь результата. Каково его видение вообще? Не стал говорить, что я знаю, как думает генеральный секретарь, лучше, чем Мирослав, и он его знает гораздо лучше, поскольку он его помощник, и он с ним постоянно контактирует гораздо чаще, чем я, особенно в департаменте по политическим и миротворческим вопросам. То, что я сейчас изложу, это мои личные наблюдения, но я...
Мирослав, может быть, вы хотите высказать свое личное зрение, или мы хотим перейти к следующему вопросу. Мне было бы интересно, каково ваше мнение по поводу того, как он смотрит на эту проблему. Послушайте, Стивен, вы можете спрашивать меня о чем угодно, поскольку это то, что ждет наша сегодняшняя аудитория, и у меня, скажем так, 5 страниц приготовленных ответов, на которые я могу ссылаться, но я уверен, что это не будет так интересно. Во-первых, да, конечно, он раздражен. Я думаю, что он демонстрирует это, когда он говорит о проблемах, что продвижения нет, но с другой стороны, он является лидером всемирной организации, и у него есть обязанности. То есть поэтому он высказал эти идеи, что наша общая повестка по достижению мира, это, я не выражал бы такой скептицизм в отношении предыдущей повестки, поскольку многие положения были реализованы. Я бы сказал, что в 90-х годах прошлого века у нас есть замечательные примеры сотрудничества между государствами, и ситуация стала ухудшаться позже. Безусловно, нам нужно что-то новое, но есть также положительные стороны этого. Также, ну, посмотрим на COP27, который проходил в Шарм-эль-Шейхе. По снижению ущерба. И некоторое время назад это считалось немыслимым, однако это произошло. И да, климатическая программа по борьбе с климатическими изменениями существует. Да, страны КОП не являются они являются членами ООН, и они в этом году будут встречаться в Арабских Эмиратах. И я думаю, что растущее осознание проблем и возможных катастроф, оно уже есть. Говоря же о реформировании международных финансовых организаций, сегодня мы слышали выступление Кристалины Георгиевой и о том, что, скажем так, перед чем стоит мир. С точки зрения финансовой системы есть обсуждение, оно уже идет. И я бы хотел также увидеть и другую сторону. Обычно мы очень критически к этому подходим, это смотрим, но давайте также посмотрим на то, что когда мы говорим о государствах-членах, он, да, действительно, прежде всего, государства-члены, они, в общем-то, как сказать, владельцы организации, но в то же время должно быть взаимодействие между ними и генеральным секретариатом. И они ждут от генерального секретариата, что они предложат какие-то инициативы. И новая повестка по достижению мира – это не только документ, который был подготовлен на каком-то темном офисе в секретариате ООН, но это процесс консультаций с государствами-членами, с региональными группами, с представителями научных кругов, с региональными организациями. ОБСЕ, ее представитель сегодня выступал, ранее Хельге Шмидт, и мы ценим этот вклад. И это процесс консультаций, и мы надеемся, что в результате мы получим своего рода руководство на будущее, о том, как можно изменить эту ситуацию, ту ситуацию, в которой мы оказались сейчас. И да, иногда говорят, что такие процессы требуют невероятно большое количество времени. Но я бы хотел сейчас обратиться к Терхе, и мне было бы интересно, известно ли ООН, то есть Мирослав перечислил множество из ее функций, и насколько ее деятельность распространяется на весь мир, и с какими проблемами они сталкиваются. Скажем так, как вы считаете, то есть не получается ли то, что у нас слишком много критикующих сторон? И вот на выходных я, скажем так, за 3 дня изучал информацию, и мне попалось как минимум 10 подряд историй с участием сотрудников определенных организаций, агентств ООН. И, возможно, не настало ли время немного более пристально обратить внимание вот на этот момент, на основании моего личного опыта. И мне кажется, что когда, например, вы смотрите на работу
на работу на местах и присутствие там разных организаций ООН, я уверен, что, безусловно, там можно много оптимизировать. Я думаю, с точки зрения доноров Европейского Союза, многие организации ООН, то есть они, их повестка не совсем эффективна, и это то, что уже обсуждалось, и одна из реформ в этом отношении в страновых и региональных представительствах, она уже, в общем-то, идет, что есть региональные координаторы, есть страновые координаторы, то есть что все организации ООН, ее институты, они находятся под руководством одного человека. То есть координация уже улучшается, и это, безусловно, влияет и на финансовый аспект. И также здесь уже говорили, вот мой коллега Дэвид, у нас даже не хватает финансирования для всех потребностей, которые испытывает организация. Это не совсем то, что я говорил, да, но это, может быть, одна из целей реформы, и это уже поднималось. Я думаю, что эта работа будет продолжена, потому что с точки зрения доноров, например, Европейского Союза, и мы также являемся очень надежным партнером и теми, кто поддерживает ООН, мы иногда видим, что, скажем так, программы и повестки, они накладываются друг на друга, дублируют друг друга, и есть некая конкуренция по получению средств на реализацию тех или иных целей, и это одна из тем для обсуждения, которые уже идут. Но ООН, да, преуспел в обсуждениях, то это надо отметить. Да, но это часть дипломатического процесса. Если обсуждение прекращается, начинается стрельба, я уж прошу прощения. Это тоже мой опыт, и это лучший диалог, поверьте. И поскольку это единственный способ для того, чтобы прийти к чему-то, потому что у нас все государства-члены, у нас гражданское общество. Мы должны взять ответственность за решения, которые мы принимаем. И мы знаем, что средств не хватает. У нас больше проблем, чем денег. Это вот, так сказать, итог, Дэвид. Да, я помню, что о том, что мы ограничены во времени, Стивен. Просто комментарий для того, чтобы проиллюстрировать это все. Мирослав упомянул весьма корректно, что правильно, что были определенные положительные примеры взаимодействия. И два этих примера с начала 90-х. Один был переход к работе представительств ООН в Камбодже, когда оттуда ушел Советский Союз. Второй – это был шторм. И, соответственно, это пример правильного использования Совбеза ООН. Первый был – это с участием Джорджа Буша-старшего и Джеймса Бейкера. И он, в общем-то, облетел, он посетил в столице всех стран, не только постоянных членов Совбеза, но вообще всех членов Совбеза. И он даже, единственное, куда он не успел прийти, это Пекин. И Пекин воздержался на голосовании. И Бейкер получил 13 голосов за, один воздержавшийся, и Йемен был против. И переходим сейчас в 2003 год, вторая война в Ираке. И это тоже иллюстрация для того, не только как не надо поступать, как соответственно, вести дипломатическую работу в Совбезе ООН, поскольку Джордж Буш заявил, что он не может прийти к какому-то мнению, соответственно, можно проигнорировать. Но еще более интересный иллюстрирующий этот пример, это то, что в этом контексте здесь дело было не в том, что Китай и Россия были против позиции США, это были Франция и Германия, которые в тот момент были постоянными членами Совбеза. И вы можете вспомнить, что министр обороны Франции на тот момент, после его страстной встречи, она была встречена овацией, что крайне редко там происходит в стенах Совбеза. И к чему я веду, что работа Совбеза очень сильно зависит от того, сколько усилий вкладывают его члены в переговоры для того, чтобы достичь общей какой-то позиции. Если вы знаете априори, что кто-то из ваших оппонентов будет против ваших предложений, если вы готовите резолюцию и вы знаете, что они будут против, вы говорите: ага, как можно с ними работать? Посмотрите, это не то, как нужно работать в Совете Безопасности. Спасибо.
Мирослав, Давид тут поднял очень хороший вопрос здесь по поводу переговоров. И генеральный секретарь говорит, что нам нужно предпринять решительные и быстрые действия для того, чтобы перейти к решению проблем, перед которыми стоит мир, и использовать для этого методы ведения переговоров. А о каких методах он говорил? Ну, смотрите, есть разные уровни, разные пути, в зависимости от того, с какой проблемой мы сталкиваемся. Я начал упоминать цель устойчивого развития, саммит, посвященный им, который будет проходить в сентябре во время проведения заседания Генеральной Ассамблеи. И это возможность для генерального секретаря для того, чтобы собрать всех членов, которые подписали, согласились участвовать в реализации этих целей, и которые отстают в этом направлении, и провести в обсуждение на самом высоком уровне всех государств-членов, и в то же время постараться, ну, скажем, оживить эту работу, постараться найти ресурсы для ее реализации, и для того, чтобы государства-члены собрались, для того, чтобы разобраться, чтобы изучить, как они могут этих целей достичь. И я говорил сейчас о саммите, но затем генеральный секретарь, если мы посмотрим на зерновую сделку вот в Черном море, он работал, скажем так, со сторонами этой сделки, и это пример того, когда Украина, Россия, Турция и ООН работали сообща для того, чтобы получить зерно, для того, чтобы оказать содействие в решении этого вопроса. И, соответственно, есть специальные представители генерального секретаря. Позвольте мне это не упомянуть, поскольку мы находимся в Центральной Азии, что есть региональный центр по превентивной дипломатии, который находится в Ашхабаде. И я имел честь быть первым, кто работал в этом центре. И я бы сказал, что это очень небольшая структура ООН с бюджетом менее чем 3 миллиона, но она выполняет работу, которая является абсолютно необходимой, поскольку здесь речь о профилактике, когда требуется найти решение для сложных вопросов, в случае возникновения напряжения, допустим, в сфере, скажем так, разделения используемых вод для ирригации, или, допустим, этнические столкновения на границах. И краткий ответ на ваши вопросы – это, то есть, способы, модальности, так сказать, разные форматы имеют обширный функционал в зависимости от проблемы. И это также прописано в уставе ООН. И если говорить о посредничестве, переговорах и хороших организациях, которые писают ООН, используя весь этот арсенал для того, чтобы предотвратить конфликт. Если случились природные катастрофы, мы видим, что генеральный секретарь сразу же прибывает на место. Например, наводнение в Пакистане, и он мобилизовал мировое сообщество для того, чтобы оказать помощь людям, чтобы они могли прожить через это очень, очень трудное время, очень тяжелую трагедию. Да, это очень хороший пример работы генерального секретаря. И опять, Мирослав, я не хотел бы слишком наседать на вас, и Дэвид тоже может ответить на этот вопрос. То есть любые переговорщики, соответственно, если мы говорим о бизнесе, это означает о каких-то ресурсах, о каких-то угрозах, то есть то, что позволяет заключить сделку. И если мы говорим о прекращении огня, например, вот если мы выйдем за вопрос о нейтральности, господин Гутерреш, он очень гордится тем, что он есть инструменты для того, чтобы применять дипломатические средства для многостороннего подхода в сфере разрешения конфликтов. Как это можно применить? На каких условиях?
То есть я прошу прощения, я не могли бы повторить вопрос, я немного упустил. То есть я говорю, что в бизнес, в переговоре во время бизнеса у вас должно быть какое-то преимущество, у вас должно быть что-то, что позволит вам заключить сделку с той стороной. И какие инструменты есть у ООН, какие есть инструменты у генерального секретаря для того, чтобы стороны конфликта могли бы сесть за стол переговоров и завершить его. Например, как мы сейчас видим конфликт с Украиной, с Россией. Да, ситуация с Украиной, с Россией, это очень сложная ситуация, и нам нужны другие участники за столом, помимо ООН, это надо признать. И это очень политизированный вопрос. И соответственно, способность привести этот конфликт к мирному завершению, она есть у других участников, например, Турция или Южная Корея. Да, это война, которая, скажем, которую будет очень трудно привести к мирному разрешению. И то есть то, чего мы, как Европейский Союз, пытались достичь с начала этого конфликта, мы пытались всеми средствами добиться его завершения, его прекращения. Мы пытались ограничить возможности Российской Федерации продолжать войну, то есть политика применения санкций. Это тот путь, который мы избрали, поскольку мы не хотим вступать в войну, и мы хотим, чтобы она, наоборот, прекратилась, и мы хотели убедиться, чтобы она не продолжалась, как говорится, годами. Но проблема в том, что в такой ситуации вам нужно найти, у вас должна быть политическая воля, чтобы этот конфликт завершить, и ООН может предложить много разных инструментов в качестве содействия. Прежде всего, я имею в виду, есть, например, миротворческие операции, есть разные другие организации ООН, которые могут на местах. Я не говорю о любых конфликтах, мы говорим именно в контексте войны России с Украиной, но должна быть политическая воля для того, чтобы заключить мирное соглашение. Но всегда будет завтра. Конфликты всегда так или иначе завершаются. И мы пока к этому не подошли. Конфликт России с Украиной, здесь обе стороны пока не проявляют готовности к переговорам, но всегда в любом конфликте наступает, соответственно, будущее, то есть там может быть, соответственно, программы по реконструкции и разные другие программы для того, чтобы ситуацию стабилизировать и чтобы обе стороны приняли то решение, которое предлагается, поскольку суть любого конфликта, если вы не можете найти решение, то есть после войны вам придется с этим жить. Прошу, вы имеете в виду, когда вы говорите ответственность за решение. Ну, в данном случае я говорю, что есть принятие то обеими сторонами. Они должны принять, что все, на этом конец. Мы будем решать проблему следующим способом, и мы будем с помощью международного сообщества, мы, скорее всего, с ООН, мы пойдем дальше. Но обе стороны должны это ощутить, это понимать, для того, чтобы этот конфликт закончился, поскольку если одна из сторон чувствует, что их позиция слаба, то есть я думаю, что в этом искусство дипломатии, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей. Но вот в свете проблем вот в контексте данного конфликта, но у нас очень много конфликтов. У нас есть конфликты в Сахеле, в Мьянме, в Демократической Республике Конго, Судан и так далее, и так далее. И практически все это примеры того, что ООН не смогло эти конфликты разрешить. Нет, не обязательно. Я думаю, что ООН делает все возможное, но, как я уже сказала, ООН не может силой заставить соблюдать мир, если нет политической воли со стороны участников конфликта, то ООН может показать путь, открыть двери, так сказать, но стороны должны сесть, так сказать, за стол переговоров. Ну, тогда, видимо, им
придется это делать без ООН. Ну почему? Дэвид, прошу, благодарю вас. Конфликты очень похожи по своей природе, и в то же время они очень отличаются. Они похожи в том смысле, что они все ставят впечатление, что они могут длиться бесконечно, но какой-то при наступлении какого-то момента и нажатии на правильную кнопку появляется решение. Но есть общее такое положение, что конфликты не прекратятся, то есть конкретный конфликт не прекратится, пока одна из сторон либо не проиграет, либо больше не сможет продолжать сражаться. И то есть в связи с этой ситуацией именно о таких условиях идет речь. Но вы задали очень хороший вопрос. А что, собственно, ООН может предоставить для этого? У ООН есть инструмент, соответственно, институт специальных представителей генерального секретаря, и Мирослав один из них. И опять-таки, он, наверное, лучше может описать работу данного института, но есть разные критерии. Соответственно, язык, знание региона, природа конфликта – это важно. А, опять-таки, быть скандинавом, скажем так, считается, что вы можете достичь всего и везде, но иногда вы сталкиваетесь с со становой тяжеловесом. И опять-таки, я бы хотел коснуться вот случая с реформы с Бейкерами, который был назначен Кофи Ананом и был его специальным личным представителем по регулированию ситуации в Западной Сахаре. Но, соответственно, дело не в том, что он был директором комиссии, он был личным представителем, и он, соответственно, представлял здесь экономическую мощь США, и все влияние, и контекстуально, конечно, все понимали, что за ним маячит и шестой флот. Вот именно об этом я говорил, о козырях. Да, и он никогда от этого он не уходил. И он сумел добиться соглашения, временного соглашения с президентом Бутафлика в тот момент по тайной миссии в организации этой миссии в Алжир. И мы прилетели в Тиндуф для того, чтобы встретиться уже сейчас с покойным секретарем Полисарио, и после того, как мы туда прилетели в полночь и выехали в 3 часа ночи, и, в общем-то, секретарь Полисарио заявил, что Бутафлика, он сделал предложение, но Бутафлика сказал, что мы с ним не согласны, и на следующем встрече я попросил один из послов Полисарио, я сказал, послушайте, когда кто-то вроде Джеймса Бейкера прилетает посреди ночи в Тиндуф для того, чтобы предложить вам справедливое решение, и вы говорите «нет», как вы думаете, кто после него так к вам прилетит? И эта проблема, она по-прежнему там. И один интересный аспект – это конфликт сирота, потому что это был конфликт, который мы наследовали от Холодной войны, поскольку за Алжиром стоял Советский Союз, и за Марокко стояли другие представители. И, соответственно, сейчас этот конфликт сирота, поскольку все крупные игроки из него вышли. И да, мы начали также вот говорить, большое спасибо, Дэвид, мы говорим о реформе, да. Вы сказали, что вы бы спросите меня, зададите мне вопрос вместе с Терхи, но вы продолжили, скажем так, прожаривать Терхи, и я почувствовал себя немного, я почувствовал, что должен проявить солидарность. Хорошо. Что вы можете сказать? Мы тесно работаем с Европейским Союзом. Я также упоминал ОБСЕ. И что имел в виду, что региональные организации играют важную роль. Да, я опять-таки, о чем я вас хотел спросить. Ну, знаете, это также есть в уставе ООН, но региональные организации, они знают ситуацию лучше, ситуацию на местах. Они могут оказать содействие и в этом более успешными. Но посмотрим на Западные Балканы. И это интересный пример того. Сегодня председатель именно президентства региона Западных Балкан, организация, она упомянула о проблемах там, о анахронизмах, о которых я сейчас не буду говорить. Но что я хотел бы здесь сказать, что есть здесь огромная роль ЕС и его поддержки, в том числе
диалога между Приштиной и Белградом и, соответственно, перспективой членства в ЕС. И, соответственно, есть очень серьезные мотивации к сотрудничеству, о котором мы говорили. И она не должна идти от ООН непосредственно, не обязательно. То есть мы тоже не святые. И если есть вопросы, скажем, об ООН и вот этих всевозможных бесконечных переговорах, и как эффективно используются ресурсы, то, безусловно, здесь есть над чем работать, но сейчас речь не только об отрицательных сторонах. Позвольте мне здесь сказать, что привести здесь один фантастический пример, где Совет Безопасности даже сегодня пришел к соглашению и идет мирный процесс в Колумбии. Это фантастический пример того, что, скажем, именно благотворной роли организации ООН, специальной политической миссии, что наконец-то вооруженный конфликт подошел к концу, и мирное соглашение, подписанное в 2016 году. Вы имеете в виду соглашение с организацией ФАРК? Да, правительство Колумбии подписало мирное соглашение с ФАРК, и теперь ФАРК — это политическая партия. Но и этого было достигнуто не по непосредственному участию ООН. Да, две стороны пришли к пониманию, что им требуется поддержка ООН. И в 2015 году они обратились к генеральному секретарю Пан Ги Муну, который попросил меня отправиться в Гавану, в Кубу, чтобы я мог встретиться со сторонами и начать процесс, скажем так, вместе подготовки мирного соглашения совместного. И нам это удалось. И уже третий президент в Колумбии подряд. И мирное соглашение реализуется, и не только оно. И практически на финальной стадии наши переговоры с правительством и национальной армии освобождения и по поводу о прекращении огня. И они ведутся при посредничестве ООН. Но, с другой стороны, Украина была упомянута несколько раз. То есть Судан, Сирия, Ливия. Что там происходит? Это то, что конфликты становятся, они усложняются. В них вовлекаются все новые стороны, прокси-стороны, если мы посмотрим на войну на Украине. И генеральный секретарь это очень четко сказал, кто нарушил международное право, возложенное в уставе ООН. Но на самом деле у нас все пять постоянных членов Совбеза, которые так или иначе вовлечены. Безусловно, Китай, который поддерживает, скажем так, соблюдает нейтральную позицию и предлагает мирные инициативы, но такие предложения есть, и я полностью здесь согласен с Терхи здесь, что ключевые игроки из членов ООН, они с помощью которых можно было бы найти решение, безусловно, должна быть Украина и ее руководство. По-другому этого достичь нельзя. Мы уже близки к завершению, но вот вчера я думал о том, с чем мы сейчас столкнулись. То есть это усугубление климатического кризиса, это растущая угроза терроризма и глобальные нарушения прав человека, применение опасных технологий, нерегулируемые и использование опасных технологий, заметьте, я не про искусственный интеллект пока говорю, и, соответственно, мне интересно, для того, чтобы со всеми этими угрозами разобраться, нужно ли нам присутствие ООН? И вот сейчас я спрошу мнение всех наших участников от панельного обсуждения, что они считают по этому вопросу. Начнем с вас, Дэвид. Благодарю вас. Вот этот перечень... Да, по всему этому спектру ООН может участвовать, что не означает, что она должна там участвовать. И одна из причин, почему вы заметили то, что ООН вовлечена практически во все проблемы по всему миру, суть в том, что государства-члены рады, что ООН занята, и не интересуется теми аспектами их безопасности, куда бы они ни хотели, чтобы ООН где был бы как-то представлено. Это касается как вооруженных конфликтов, где, скажем так, так или иначе вовлечены постоянные пять членов Совбеза. И
И, соответственно, вот есть знаменитое утверждение одного из наших высших генеральных секретарей, что вы должны быть больше секретарем, чем генералом. И государства-члены создали организацию, и они хотят определить, куда он должна вмешиваться и на какой, до какой степени. И скажем так, хотя рады ли они будут, если это произойдет? Вот так я это вижу. Терхи, слово вам. Я опять-таки повторю то, что я уже говорила. То есть ООН – это все мы. Это зависит от воли правительств, что они хотят поднять на заседание Генеральной Ассамблеи. Все государства между собой взаимосвязаны. И я соглашусь с Дэвидом, что можно обсуждать разные вопросы, и, соответственно, это зависит от государств-членов ООН, то есть будет ли он участвовать в решении этих проблем. Но я также бы хотел сказать, что, например, если мы говорим о новых технологиях, о применении ИИ, IT-технологий, прежде всего, здесь ведущий регулятор – это Европейский Союз. Мы уже предприняли определенные действия и приняли решение по регулированию, и в этом смысле мы впереди планеты всей, и мы можем тут определенные примеры даже привести, и в других регионах там есть другие вопросы. Мы знаем, что маленькие страны, государства очень активно себя проявляют по вопросам борьбы с климатическими изменениями, и, безусловно, импульс всегда идет либо из регионов, или из от групп стран, отдельных стран. И опять-таки, дело не в том, что ООН это, скажем так, ООН целенаправленно находится за какими-то проблемами, но обсуждение каждый раз, опять-таки, то, о том, как мы будем работать над этими проблемами, зависит от самих государств-членов ООН. И я думаю, что если у нас есть глобальные вызовы, то есть изменение климата, другие проблемы всемирного масштаба, я думаю, что все мы понимаем, что нам нужны решения такого же масштаба, потому что эти вызовы, эти проблемы, они влияют на всех. И нам нужна платформа, нам нужна организация, которая может нам предложить какой-то путь в будущее, который будет стабильным и мирным. Второе. И я благодарен Казахстану за организацию данного форума, потому что я считаю, что это также показывает путь в будущее. Да, мы можем посмотреть на ООН, и поскольку вы несете ответственность, но что вы еще можете сделать, чтобы добиться успеха? И Казахстан был очень активен в оказании своей поддержки ООН, и в то же время, принимая на себя весьма трудные обязательства, то есть давайте посмотрим на денуклеаризацию. Полигон был закрыт здесь, и сейчас в Центральной Азии работает. У нас есть зона, свободная от ядерного оружия, и это очень важное достижение. И, соответственно, есть платформа для проведения переговоров, будь то сирийский вопрос или другие. И это происходит в Казахстане. Цифровые технологии, и климатические изменения, и зеленая экономика. Мы видим, что Казахстан пытается здесь проявить себя как лидер. Региональное сотрудничество крайне важное в этом смысле. Много сегодня говорилось о том, как лучше это реализовывать. И я бы хотел сказать, что, знаете, безусловно, можно еще очень много сделать, но если мы говорим о действиях, то тут, безусловно, еще многое предстоит. И президент Токаев был генеральным директором офиса ООН в Женеве, и, наверное, Дэвид здесь может сказать гораздо больше, чем я об этом. И он очень хорошо знает эту систему, как она функционирует, включая личные взаимоотношения с генеральным секретарем Гутерришем, который в тот момент был представителем, то есть комиссаром по делам беженцев. И есть вот это партнерство, и нам нужно именно оно, чтобы мы работали сообща, и также, чтобы мы больше предпринимали, лично мы.
не только ожидая, что кто-то еще, ООН, будет это делать за нас. И затем я, наверное, закончу с небольшим анекдотом. Когда я был главой регионального центра по превентивной дипломатии, меня спросили, сколько конфликтов вы предотвратили. Что бы вы ответили? Я хотел вас об этом спросить. Но это очень трудно, поскольку если вы говорите, что предотвратили конфликты, а другие скажут, нет, нет, вы преувеличиваете. Но что-то произошло, и вот вы за это отвечаете. И много раз мы видели, что ООН было таким козлом отпущения, на которого можно показывать пальцем и обвинять во всех грехах. Я думаю, что, наверное, мы должны сосредоточиться на партнерстве и совместной работе. Да, на сотрудничестве. Я думаю, что мы в заключение согласимся, что для меня, безусловно, мы чувствуем это пожелание, настроение, желание реформ. И, безусловно, это они нужны для того, чтобы лучше решать все более усложняющиеся проблемы, которые представляют угрозу для мира и безопасности на планете. И мы, соответственно, упомянули о пяти постоянных членах Совбеза ООН, которые, пользуясь правом вето, могут заблокировать любое решение. Но, как минимум, Китай и Россия и другие, соответственно, другие постоянные члены могут наложить вето на любые меры. И, возможно, это было бы мечтой, наверное, еще администрации, скажем, Билла Клинтона, чтобы ни одна из стран не имела права вето, но ни одна из стран-членов Совбеза не откажется от этого права. Но ООН по-прежнему, им необходимо понять, очень пристально изучить текущую действительность, в чем она участвует, с какими проблемами она сталкивается, поскольку мир становится все больше и все более сложным, он становится все более и более взаимосвязанным. И, соответственно, Китай, например, заявляет, что мир сегодня, он более связан, чем когда-либо. И, соответственно, мир должен, так сказать, соединить руки для того, чтобы совместно решать проблемы, с которыми сталкивается. И я думаю, что это правильный подход. Это позволяет добиться доверия. И я думаю, что в этом веке международные организации должны заняться именно этим. И именно это доверие нам требуется более чем когда-либо. Благодарю вас всех, дамы и господа. Панельное обсуждение на этом завершается.